Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. 8 лет назад патриарх вступил на первосвятительский престол. Спасибо вам большое за труды, которые очень содействуют развитию церковно-государственного диалога. Вот мы так и будем дальше. Вот по прошествии этих 8 лет могу судить о том, какая все-таки значительная дистанция пройдена, какая динамика у этого процесса и какой вектор. И все это вызывает очень глубокое удовлетворение нашего верующего народа, а думаю, и всего нашего общества. Потому что это содействует общей консолидации, сосредоточению сил для решения тех задач, которые перед нашим Отечеством сегодня стоят. Вам спасибо большое за эту работу. И наш сувенир. Так они были так крепкие. Перед ним вообще колонизация происходила. Освоение земель. В подарочном сборнике от президента собраны литографии с изображениями древних монастырей России. Всего их 17. На одном из них Троица Сергиева Лавра, крупнейший православный мужской монастырь Российской Федерации. Большое.